Мы их даже не знаем, кто у нас депутат. А был путевый депутат, он пришел бы и узнал какие-то нужды, что-то помочь или что-то такое. А скажите, кто депутат в вашем округе, номер 19 тут? Не знаю. 19. Ой, не знаю. Ой, депутат, я не знаю, кто. Понятия не имею. Я не знаю. Какой депутат, куда? Понятия. А мы не знаем. Знаете, не скажу. Не знаю, честно. Не знаю. Основные проблемы вашего округа могли бы назвать? Ну, мне не нравятся парковки во дворах. Не очень устраивает ЖКХ. Дороги, они везде плохие, в частном секторе. В общем, какие-то иностранцы черные какие-то делали, ямы поставляли. Уже угол осыпается вообще. И ноль внимания. Вот закопали, там все провалилось и стоит. Мы их даже не знаем, кто у нас депутат. А был путевый депутат, он пришел бы и узнал какие-то нужды, что-то помочь или что-то такое. Совсем недавно сделали, пришел уже. Это результат наш. А, дорогу, да? Ну, конечно. Ну, тот стадион года 3-4 назад уже делали. А как депутат Александр Чистяков решает ваши проблемы? Я даже не знаю, кто это есть. Не знаю. Ну, вы увидели когда-нибудь? Нет. Ну, я не знаю. Я его не представляю, к сожалению, не знаю. Звоним, пишем, и бесполезно. А депутата Александру Чистякову вы писали? Уже устали писать. Не знаю, я никогда не обращалась к нему, поэтому как он решает проблемы, понять не имею. Я сроду не знаю, кто это такой. Я не знаю даже, кто это. Нет, никак. Мы вам это точно говорим. Никак, он и не бывает, и мы даже его в глаза не видели ни разу. Как он решает вопросы? Никак он не решает. Вообще не знаю. Чистяков? Да. Не знаю такого. Я его не знаю, да и впервые слышу фамилию. Не появляется. Ни милиции не видно, ни депутатов. Сами по себе вот живем.